Ну хорошо, я вам верю. Хоть кто-то верит. По-другому просто быть не может. Может, может, еще как может. Не может быть, а точно. Да точно вам говорю. Хорошо, не буду спорить. Со мной бесполезно спорить. Опять. Я не спорю, я утверждаю. Вот и хорошо, что делаете. Музыку слушаю, вы? Тоже что слушаете? Сейчас или вообще? И сейчас, и вообще. Минутку, сейчас все будет. Давайте, жду. Ну, ждите, ждите. Сколько ждать-то? Наверное, минут 10. Время пошло. Я не спешу. А, я собираюсь. Куда? Домой. Куда же еще? И когда вернетесь? В воскресенье вечером. Очень постараюсь прийти. Буду ждать вас очень. Хорошо, ждите. С нетерпением. Долго ждать придется. Ха. Это время пролетит незаметно. Очень надеюсь на это. Ну все, они пошли в междометиях какие-то. Да так и будет. Да, главное, так верить. Лучше звучит. Да, девочки, ну поговорили. Не интересная мысль, но мне нечего ответить. На блю бабки в шоке. Бабуля все сказано. Слушай, а если три этих Сири включить? У меня это не наберется. Что тогда будет сильнее? Крым наш. Ваш. Ваш. А чей же еще может быть? А вы чьи? США тоже наши. А точно. А что мы? Крым наш. Извините. Америка это мне наша. Ничего не дало. Крым наш. Да вы что, вас тоже закрыли? Ну и ладно, ваш. Больно надо. Больно надо. Ляски вряд ли. А что вы скажете насчет Америки? Крым наш. Ваш. Ваш. Что вы скажете нам насчет Америки? А что вы хотите услышать? Ну, что-нибудь важное и полезное. И в чем она заключается? Польза? В смысле что? Ну, как бы в прямом. А нормально объяснить? За ВДВ. Не буду я ничего объяснять. За ВДВ. Я вас не это понимаю. Мне ничего не дало. За ВДВ. Очень и за дизайна. И за спецназ. И за Северный Кавказ. У кого у вас? У кого у вас? А у вас? А у нас в квартире газ, а у вас? А у нас какой-то ананас. Все равно не догоняю. Не догоняю. Ананас. А почему банан? Бананы это. Не, я им просто такие тупые, совковые. Слушайте, а если стихотворение какое-нибудь туда закинуть?
Ну, в смысле, просто начать, а не продолжить? Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами. Как славно, что мы оба не больны. Как хорошо, что оба мы здоровы. Вот тебя держал, понял. Что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Брюсова что-нибудь почитайте. Хором. Хорошо. Над пропастью вожи читала. Брюсова, пожалуйста. Мне вас обещали. Включаю. Ну, включай. Включила уже. Уже включаю. А еще? Все. Уже на загрузку поставила. Что-то кого-то куда-то там вынесло. Я открыла. Все, посмотрите. Не, ну она что-то это, короче, буксану. Ну ладно, что. Я так и поняла. Ну да, там. Но есть момент.